Поехали. Я все извиняюсь перед каждой, перед всей каждой русской нацией. Я прошу прощения у всех, у кого я верю. Я виноват то, что с полиции снимал фото с формы в полиции снимал. Я виноват. Я каждый виновен на 100%. Я больше так не буду никогда и больше в жизни Инстаграм не открою. Все, я перестал больше этого делать. Я... Фамилия, имя, отчество? Мурат Джунзадар Руслан. Дата рождения? 25 февраля 98 года. Где родился? В Таджикистане. Ранее судим? Нет. К административной ответственности привлекался? Да. За что? За то, что видео снимал, за то, что фоткался возле храма. Я извиняюсь перед каждым русским народом. Безумно. Я пожалел о том, что я сфоткался с полицией в полицейской форме. Я никогда в жизни больше не буду такое снимать. Я больше просто депортируйте меня отсюда, чтобы я больше ни сюда не приехал.